Не знаешь, где купить Майнкрафт-аккаунт? Заходи на Евгехокейс, ведь только у нас самые дешевые аккаунты с гарантией замены. Приглашай друзей по реферальной ссылке и открывай кейсы бесплатно. Переходи и выигрывай. Ссылка и промокод в описании. Аля, да, здрасте. Я крысик. Мы будем играть в то, что меня всегда просил поиграть в Warlock. Опа! Это 2016 год. Ну, пора бы уже, кстати, реально 4 года прошло. Ебанумба, 4 года. Этой игре 4 года. Как выключить? Тварь. Ууу, пацантре, если вы эту игру не знали, значит, я чё советую? Блять, все равно громко. Значит, если вы эту игру не знали, сворачиваем стрим и идем играть в первый Dishonored, а потом во второй. Я буду за Чекулю играть. Пацантре, с катсценами проходим или нет? Я просто ее проходил уже 10 тысяч раз. Компания. Средний. Наслаждайтесь сюжетом. Не спеша исследуйте игровой мир. Средний, высокий, очень высокий хай. Суровый. Средний. Я могу кратко пересказывать просто, что происходит. Я вспоминаю, как занималась с отцом после крысиной чумы. Он говорил, что когда-нибудь наши враги придут и за мной. Лок 60 FPS, кстати. Запахи и звуки Данолы не меняются. Да, это мой город. Да, это мой город. Капец, я обосрался. Смотри, кита везут, кита. Это кит. Санцибы. Интересно, что мы будем отрабатывать сегодня? Ну, ваше величество, посмотрим, Аль. Что ты умеешь. Ну, давай. Я умею ползать. Прыгать. Уа. Куда мне? Если разогнаться, можно проскользнуть снизу. Я знала, что все получится. Я реально тоже, я не сомневался в тебе. Я, видимо, слишком быстро для этой игры. Сделаю ускорение. Перепрыгни препятствия и потом подкапну. Ладно. Видали? Но это скилл, пацаны, это уже скилл. Ура, плавать можно, капец. Так, кстати, Бэтмен учился забираться. Если бы можно было бегать и прыгать целый день, пора пробежаться и побыстрее. Паркур! Ты что тут делаешь? Ты быстро учишься. Да, спасибо, спасибо. А теперь посмотрим, насколько ты бесшумна. Давай. Давай, я готов. Я готов. Я готов ко всему. Так. Уберись ко мне незаметно. Сейчас я тебя... Если сможешь. Выеб. Кит. Подкрадывайся к врагам со спины. Нападай неожиданно. Все, блядь, тебе пизда, батя. Это ее отец, кстати. На, все, соси. Уй, блядь, шо? Я его откинул. Вся в меня. Вся в меня, реально. Я не должен ни видеть, ни слышать тебя. Он ничего не заметил. Со временем враг... Ах ты, сука, спалил меня, урод, да? Даже если ты на самом краю его бокового зрения. Как говорит Корва Атана, тайна как секрет. Это его зовут, это его зовут Корва Атана, кстати. Я забыл, как ее зовут. Будем звать Шлюхизабет. Опа! Пистолет разбудит всех в доме. Арбалет стреляет бесшумно. Поняли? Смотрите.
Опа, крысики. Куда? Но, блядь. Не фон. Капец, видали? Нина, вы видали, да? Видели, да? Теперь больше оружия и боевые тренировки. Нихуя. Ну что, Эмили, подеремся? Вот, смотрите. А, нет. Ну, а, бля. На, бля. Хороший удар. Ну, а, ну. Вся в меня. Если на тебя замахнулись клинком, ставь блок. Окей. Давай. Ой, блядь. Шо, блядь? Шо, сука? Шо, сука? Шо, сука? Ой, блядь. На. Неплохо. Я ему только что голову отрубил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блок клинком. Блок клинком. Очень хорошо. Очень хорошо. Ты прирожденная драчунья. Драчила. Правильный блок выбьет врага из равновесия. Все, я поехала. Батя, я поехала. Ой. Ну уже. Давай. Ты быстрая? Да. Разумно. Еба, я батю порезала. Это остановит даже самого жестокого убийцу. Давай. Оп. Даже в бою можно придушить противника. Давай, давай. Это, кстати, меня учат тем, чем я пользоваться не буду никогда. Видали? Все, Корва, давай. Когда враг выбит из равновесия, можно начать контратаку и добить его. Согласен. Давай. Пока они выбиты из равновесия, наноси смертельный удар. Все, блин. Я хочу знать, что ты за себя постоишь. Сэр, yes, sir. И когда ты попадешь в беду, ты будешь готова. Есть, понял. Спасибо. Да, это я. Это я. Это про меня сказано. Блин, может быть, за Корва поиграть, а? Зачем мы отмечаем годовщину ее убийства? 15 лет назад, в разгар чумы, едва не погубивший Дану, наемный убийца напал на дворец, где я родилась, и убил маму. Но! Это ее мамка. В борьбе так... за власть, те, кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. И преуспели бы в этом. Но мой отец, Корво Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Но. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. Капец, бегите. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Вот, пацантра, ну блин, сейчас надо будет выбирать, за кого играть, их хрен знает, если честно. Корва может телепортироваться, а у телочки щупальцы такие. И она не телепортируется, она подтягивается, то есть она больше палится. Но я буду путем убийств идти. Вот если у вас есть вопрос, стелс, но без оглушений, а с убийствами. Мне уже не нравится эта церемония. Ваш перстень. Все, вы готовы. Так, пацаны, ну ладно, короче, скипанде. Я сейчас там что-то пойду, меня начнут короновать, но тут приходит, короче, цепуля и говорит, типа, еба, вам всем пизда, вы уроды. Вот. И сейчас надо выбрать, ну, отбиваться надо. Вот. Властительница. Ага, очень важно, который ее отец, Корво Атана, получил играть за Эмили. Смотри, смотри. Я обращу тебя в мрамор.
Капец, да? Она ведьма. Нет! Милая моя, со временем ты меня полюбишь. Возможно, однажды я даже заменю тебе мать. А до той поры я пригляжу за тобой. Я запру леди Эмили в ее покое. Затем отправлю тебя... Но, блядь. Видали, как с принцессой королевой мира? Мой отец спустил все, когда я был мальчишкой. Ну, тут они меня несут, реально, да? Ну, то есть, опять же, не очень. Что? Что случилось, Алексей? Тронный зал. Отец. Отец. Так, одна вот тут я лежала. Меня могли посадить сюда, но я лежала тут. Ой, окошко открыто. Как удобно! Не торопитесь, капрал Билл. Рамзи. Эти ублюдки заодно с Рамзи и герцогом Серконоса. Гордон Рамзи. В который раз я вижу этот горизонт. Такое чувство, словно все изменилось. Шо, прыгаю, пацаны, прыгаю. Не, вообще так не надо было делать. Я подумал, то, что может быть как в Майнкрафтике. Конечно, с контроль точки, конечно. Конечно. Эти ублюдки заодно... Рамзи и герцогом Серконоса. Я герцог Серконос. Опа, надо же. В который раз я вижу этот горизонт. Такое чувство, словно все изменилось. Они поубивали тех, Далила, кто был мне верен. You know? Но как это возможно? Леди Эмили, Леди Баг и Суперкот. Я его хотел закинуть. Где защитник короны? Это переворот. Мой отец, коротко говоря, он в заточении. Бегите из башни. Через сокровищницу. Сегодня в доках одна дама, капитан корабля, искала защитника короны. Найдите ее и бегите из Дануола. Алексей, прости меня. Прощай. Пока, Алексей. Надо отлить. Ядрить присела чисто на карты. Помянем. Ладно, Алексия, из-за уважения к семье... Ложитесь, пожалуйста. Мне нужен мой перстень. Это, короче, складывающийся меч. Так круто. Так. Ну ладно. Ой, блядь, сука. Сюрикет. Что он будет делать? Ой, дурак, туберкулезник, ёб твою мать. Сейчас кашлянет, я вдохну и все. Идет на смерть свою. Фиксируйте. Вот вы подумали, да, Кирилл, ты же сказал, что ты будешь их убивать, но ты его задушил. Я дам ему выбор. Вот он, видите, спит без сознания. Вот если он во сне сдержит баланс, то выживет. Понимаете?
Блять, ёб твою мать! Мисс Клик, сука. Предатели. Ням-нямки. Это нет времени. Тут есть в этой игре руны, которые вообще надо искать часто. Но я ненавижу это нельзя делать. Нельзя медлить. Так вот, есть руны, которые восстанавливают ману. Тут мана, это типа... Она тут очень прикольно сделана. Кто не знает, рассказать вам. Опа. Здесь что-то не сука, так. Даже кухарку. Чувак, ну тебя-то за что? Хочу воровать у себя. Опа, монетки. Он был где-то здесь. Выпил. Бан! Ням-ням. Я, кстати, смотрел спидраны, вот это проходилось за 15 секунд. Выходы из тронного зала перекрыты, значит, нам можно не торопиться. Будьте здесь, останавливайте всех, кто придет. Я обыщу королевские покои и сразу вернусь, если, конечно, не застряну в проклятой сокровищнице. Если вернутся люди герцога, мы вас прикроем. Ох, вот так дела. Все меняется. О, да, восстанавливается естественный порядок вещей. Ну, он предатель. Я считаю, ну, давайте вот, ну, оценивать нормально. Он предатель, чумошник. Его надо убить. Вы знали, что Рамзи некогда принимали у себя короля и королеву Марли? В детстве я играл с Баттингсами и Бойлами. Мы были сливками общества. И скоро вы Блять. Наверное, ничего там. Не то. Сейчас. О, да, восстанавливается естественный порядок вещей. Вы знали, что Рамзи некогда принимали у себя короля и королеву Марли? В детстве я играл. Нет, сука! Нет! За Далилу! Нет, не, я не получил. Ну, это было прикольно, но я не получил удовольствия, понимаете? О, да, восстанавливается естественный порядок вещей. Вы знали, что Рамзи некогда принимали у себя короля и королеву Марли? В детстве я играл с Баттингсами и Бойлами. Мы были сливками общества. Да, блядь, не то. Ну, он предатель, я должен, ну, понимаете, да, отомстить. Это должно быть не просто так. Порядок вещей. Вы знали, что Рамзи некогда принимали у себя короля и королеву Марли? Где... Эй, кто? Куда тебе? Куда тебе, ёпты? Я принесу герц... Бан. Ну, вот это было получше. Я вот того, видели, челика рубанул так слегонца, и он в огонь наступил, идиот. Ты О-о-о. Это заслужил, Рамзи. Он немножечко, так сказать, обуглился чисто. Гордон Рамзи, это еще не все. Опа. Больше не буду с ним расставаться. И ачивочка у нас. Гордон Рамзи. Он подстригся? Они лысеют, когда сгорают? Ядрит, что-то вот это вообще копченая курочка получилась. Сейчас, подождите. Их убили за то, что они остались мне верны.
Будь проклят, герцог Сирконоса. Будь проклята, Далила. Отец, еще не знаю как, но я все исправлю. Честное слово. Отличное начало правления. Блин, мне... Подождите, мне что-то подсказывает, что... Они заплатят за все. Но сперва мне нужно выбраться отсюда. Мне что-то подсказывает, что, может быть, его не надо было убивать, а... Чудовищно. Не, ладно, окей. Ну, он был предателем, он реально достоин смерти. Его... его бан. Ему бан, реально. Люблю по лестнице наверх скользить. Замок сделал Антон Соколов. Антоха, брат. Капец. После крысиной чумы я... Есть вариант, когда ты его не убиваешь, а оставляешь здесь ночей. Заперти. Он типа никогда не сможет выйти отсюда. Или сможет выйти в момент, когда... ну, когда ему уже в тюрягу его посадили. Но мне кажется, он такой предатель. Ну, реально, такие предатели, ну, недостойные реально жить. Когда приходит какой-то, да, вот я, типа, достойный правитель, может, что такое. А он такой, о, какая-то пришла Делайла, я буду со всем этим связан. Теперь тебе сбирцы. Служить. Боюсь, они мне понадобятся. Ой-ой-ой. Вот-вот, парни. Так. Даже если я вынесу отсюда все эти запасы, Далилу они не победят. Поэтому я не буду этого делать, да? И буду всю игру искать деньги бесконечно. По-моему, я все взял. Нет, подождите. Ну все, покушали. Почему тебе пришлось покупать Dishonored? Ты же до этого играл. Потому что я хотел разработчиков поддержать, показать им, что типа вот игра, вот ее покупают спустя 4 года, сделайте уже новую часть. И понять, что происходит. Не понял, мне не нравится. Мне нужно добраться до доков. Мне не нравится с пистолетом бегать. Но придется, видимо. Подождите, эту картину можно собрать. Какают тут люди. Вот тут люди как. Дану. Надо выбираться из Данола. Далила превратила отца в камень. Но я узнаю, как снять ее чары. Да. Ты недостоин носить форму стража. Угу. Согласен, согласен. В городе полно людей герцога. Мне нужен корабль. Верные новости. Рамзи убит. Капрал Мур проверил королевские покои. Эмили Колдуин, похоже, сбежала. Ее нужно найти. Приказ. Откуда они уже знают, что я сбежала? Все на поиски. Мы теперь служим герцогу Сирконоса и будем с ним до конца. Обратного пути нет. Как будто стекло разбили. Вот.
бывшая императрица Эмили Колдуин обвиняется в государственной измене. Те, кто укрывают ее, также повинны в измене. Прикиньте. Да, мы все умрем. Но только не сегодня, умоляю. Я всегда начеку. Всегда можно не повторять. Уж он-то умеет найти общий язык с начальством. Подхалим. Здесь чем-то смерть. Чуруру. А, блядь, тут ничего нет. Видали, как я профессионально убиваю? Я сам в шоке, кстати. Смотрел спидраны. Это я спидраны смотрел. А, я, по-моему, могу вот сюда, запрыгнуть и на всем на этом проехать туда. И ничего больше не делать. Жители Данула, с сегодняшнего дня Далила Колдуин стала нашей новой императрицей. Слава Далиле Первой! Бывшая императрица Эмили Колдуин объявлена в розыск как изменница. Ах ты, сука! За укрывательство Эмили Колдуин. Ах ты, сука! Полагается штраф и арест. Ладно, тебе сейчас. Конец! Проклятие на мою голову! Тихо, где он? Блять, спалился, я не знал то, что он. Не жди больше! Получай! Ой, нихуя! Нет, сука, нет, сучка! На, сучка! Что сейчас произошло, непонятно. Жители Данула, слушайте! Неспокойно как-то. Что творится с этим городом? Братан, сиди. Вообще, что-то скажешь, убью. Кто-нибудь, помогите! Да тише ты, блядь! Стража! Люди! Тебе помощь! Помогите! Люди! Кто-нибудь! Это были не скилловые убийства, пацаны. Дорога перекрыта по приказу городской стражи. Перекрыта? Нужно убираться отсюда. Поговорю с капитаном этого корабля. Это меня не касается. Шли бы вы лучше домой. Если я не пройду, моему магазину конец. Вы погубите мне все. Уверяю вас. Извините. Блин, подождите, стойте. Вот тут важно. Тут важно. Я не помню, что точно, но что-то нужно сделать, чтобы этот магазин работал. Чего, блядь, здесь загрузился? Ага. Уж он-то умеет найти общий язык с начальством. Подхалим. Кажется, там что происходит? Смотрите, зато мужичка не испугал. Не надо вслух. Ну, до скорого. Поймите меня правильно. Если вы не уйдете, я позову на помощь. Я здесь, король. Ты мне помешал, ублюдок, блядь. Вы видели, да? Ну, вы видели, я бежал. Я бежал к врагу, чтобы его убить быстро. Этот ублюдок меня застопил. Что? Сука. Конч. Урод. Осторожней! Тише. Ах.
Здрасте, не обращайте внимания. Помогите! Не обращайте внимания, помогите! Пожалуйста. Я мусор выбрасывал. Я просто выбрасывал мусор. Нужна помощь. Кто, блядь? Начнем. Капец, они напереубивали людей, твари. Крыска. Что? Вопросы? Нужно убираться отсюда. Поговорю с капитаном этого корабля. И что мне выбрать? Носок. Один никчемный носок. А? Что? А, чтоб тебе... Бежим! Кто? Думаешь, тебя не слышно, а? Эмили Колдуин. Это императрица. Ник, вы знаете, что делать. Вопросы? Я джедай. Вот-вот, вот оно, вот это место. Даже других забот получше. Там точно кто-то. Банда шляпников. Давайте покажем. Ты гляди, у шляпников гости. Я как вам сказать? Я не помню, их надо убивать точно или нет. Но я вам расскажу мини-сюжет. Ой-ой, блядь. Я почесаться хотел, жопу почесать. Мини-сюжет такой, что они хотят ограбить этот магазин. И если я сейчас им не помешаю, то потом этот магазин не будет работать. А это будет самый последний магазин в игре. Ну, типа, по сюжету. И... в него надо будет обязательно зайти. А, банда шляпников. Эти надо всегда шляп... готовы половить рыбку в мутной воде. О, суки. Состояние срубить. Словом, понастроим тут магазинчиков, и добычу здесь будем толкать, и сами торговцы нам за крышу будут приплачивать. Это точно. И мы срежем процентик с прибыли. Наконец-то и в наших парусах попутный ветер. Вы это слышали? Минутку. Я тут немного осмотрюсь. Осматривайся, Братан, ты своего друга сейчас убьешь, блядь. Ты друга убил? Как ты мог? Ты убил друга? Ты убил друга? Как ты мог? А, нет, он без сознания. Обобрать, конечно. Видали, я крутой? Я им помешал обокрасть тут все и сам зашел воровать. Нам непременно нужно покататься на лодке. А это было закрыто вначале, прикиньте, она зашла туда. Может быть, мне наведаться?
По-моему, они скажут, слышь, братуха, Дин, но... Так, ладно. Сейчас надо с ними что-то сделать интересное, чтобы они не сдохли, но при этом, когда проснутся, чтобы они мучились. Вообще, они, ну, в игре не просыпаются. А, не, просыпаются через долгое время. Но интересно самому себе придумывать сюжет, поэтому я сейчас придумаю что-то. Сейчас. Понятно. Я не могу с ним. Чётенько лёг. Ты шо? Блядь. Да блядь. Оп. Ну и... Эр. Ядрить я на скиллухе. Леди. Леди Баг и Суперкот. Вы должны меня выслушать. Угу. Уверяю вас. Но она скажет там, я такая-то, такая-то, я хочу вам помочь. Вас сложно не узнать. Угу. Столько монет с вашим лицом. Произошел переворот. Меня обвинили во всех грехах. Мне плевать, как выглядит мое лицо. Я Меган Фостер. Работаю на вашего старого союзника, Антона Соколова. Ой-ой-ой. И я здесь, чтобы сказать, на юге затевается нечто жуткое. Я поняла. Порва мертв. Герцог Сирконоса с женщиной по имени Далила. Они перебили всех в тронном зале. Капец. Потом не понимаю, что это было. И мне пришлось сбежать. Порой другого и не остается. Это мой корабль, падший дом. Говорите, и мы выйдем в море. Я доберусь до Карнаки, где начал королевский убийца. Там же недолго жила Далила. Может, тогда я пойму, что происходит. Истинная дочь Корва. Сразу видно. Угу. Выходим? Ну, вы поняли, да? Там. Можно отправляться. Да, в путь. Так, всего убито 23. Угу. Так, тревог поднято 0, обнаружено тел 15. Штурм, смертельный штурм. Я не хочу, если честно, штурм. Я хочу стелс. Монеты. Ну, мало собрал монет, конечно. Вот, я хочу стелс, но не смертельный. Точнее, смертельный стелс. Продолжить. Будем двигаться в этом направлении. Я устраивал побег. Это ролеплей прохождение. Я была злая. Меня только что нагнули, да, и я хочу ролеплей прохождения. Я, значит, бомбила, думала, ебать, предатели, всех убивали.